Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 537. Катя разделила число 211, значит, это делимое, на некоторое число и получила в остатке 26. Остаток. На какое число делила Катя? Делимое 211 равно произведению делителя, это b, на частное, на неполное частное и плюс остаток 26. Значит, исходя из этой формулы, нам нужно определить делитель b. Так, ну, из вот этого уравнения, которое мы получили, мы можем узнать, чему равно произведение b умножить на q. Это неизвестное слагаемое равно разности суммы, это 211, минус известное слагаемое 26. Тогда мы получаем, что произведение b на q равно 185. Теперь нам нужно подобрать такие два натуральных числа, произведение которых было бы равно 185. При этом надо еще учесть, что если b это у нас делитель, то делитель не может быть больше, меньше остатка, то есть делитель должен быть больше 26. Так, ну и какие же это могут быть числа b и q, такие, чтобы их произведение дало 185, или другими словами, 185 должно делиться нацело на b, и 185 должно делиться нацело на q. Тогда, например, b может быть равно 185, а q тогда равно 1. Ну и ясно, что b не может быть больше 185, потому что тогда q, тогда произведение будет больше, чем 185. Значит, b тогда рассмотрим значение b, которое меньше 185. Может быть, еще такая пара одна найдется. Ну, раз b мы будем уменьшать, то q нам нужно увеличивать, чтобы произведение сохранялось 185. Тогда будем рассматривать значение q последовательно. Q равно 2. Но 185 не делится на 2, не годится. Q равно 3. 185 не делится на 3. Q равно 4 тоже не делится на 4, 185. А вот Q равно 5 мы можем разделить без остатка и получим B равно 37. Вот мы нашли еще одну пару чисел, произведение которых равно 185. Посмотрим, может быть, еще такие числа есть. Q равно 6. Не делится. Q равно 7. Не делится без остатка. Q равно 8. Делится тоже только с остатком. Причем тогда B у нас получается уже равно 23 и еще какой-то остаток есть. Дальше бессмысленно нам искать такие числа, потому что тогда B уменьшается и становится меньше 26. Это нам не годится. Поэтому у нас осталось только два варианта. B равно 185 и B равно 37. Запишем ответ. Задача спрашивается, на какое число делила на Катя? И мы можем дать ответ. Катя делила на 185 или на 37. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.